Привет всем! У меня есть 5 минут, пока мой гномик не платит, для того, чтобы показать вам новый фотобук, который я сегодня закончила. Фотобук для девочки Эмилии. Как обычно, мои любимые граненые камушки, стразики, блестяшечки, чтобы все было по-принцесски и очень красиво выглядело. На мой вкус, во всяком случае. Я надеюсь, что заказчице тоже он понравится. Вот такой вот здесь камушки, цветочки, блестяшки. Все очень красиво. Так, открываем. Открываем альбом. Здесь у нас по обычаю, по стандарту, карманчик. Либо для дополнительных фотографий, либо для каких-то секретиков мамских. Сюда, кстати, тоже можно наклеить фотографии. Здесь мы подписываем сам альбом. И пошли дальше. Фото папы. Информация о папе, о маме. Родители вместе. 9 месяцев ожидания. Фото с УЗИ. О беременности. Привет, а вот и я. Сюда у нас помещается маленькая фотография нестандартного формата. Это фото 9х13. Можно чуть уменьшить, но в принципе 9х13 тоже замечательно влазит. Идем дальше. Семейное дерево. Отпечатки ножки и ручки. Важная информация о прививках и зубках. Рост, вес, достижения. И дальше пошли уже дневничок по месяцам. Первый месяц. И вот здесь у нас есть место для фотографии. Фотографии я советую клеить на двусторонний скотч. Он прекрасно держится, и бумага замечательно воспринимает именно двусторонний скотч. 2 месяца и так далее до годика. Сейчас мы доберемся до годика. Вот, 12 месяцев. Мой первый день рождения. Фотографии с первого дня рождения. Вот, к примеру, это вот так вот может выглядеть. Первый Новый год, первые слова, первый рисунок, а далее уже пошли по годам. 2 годика, 3 годика и до 7 лет. Далее у нас идет детский сад, кружки, секции различные, в которых будет заниматься маленькая принцесса. Далее у нас идут странички для маминых заметок под комментарии различные. И далее идет у нас просто места для фотографий, фотоальбомчик. Вот. И в конце также карманчик для дополнительных фотографий, либо каких-то заметок, которые захотите самостоятельно написать, к примеру, на листе А4 и сложить вот сюда. Ну и конечная задняя сторона альбомчика. Сюда будет ставиться печать. Вот такой вот альбом получился. Надеюсь, что он вам понравился. Заходите ко мне на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем большое спасибо. Всем пока.